Добрий день, шановні колеги. Я вдячний Лідії Антонівні за запрошення. По-перше, гірудотерапія – це є вже мій спосіб життя. Я займаюся гірудотерапією вже біля 20 років. Я маю першу ліцензію в Білорусі на гірудотерапію. І без цього методу я вже не представляю собі життя. Вибачте. По-друге, Україна – моя батьківщина. Я виріс і одержав освіту, народився, виріс, одержав освіту медичну на Україні. Так сталося історично, що я переїхав до Білорусі, і ми в основному спілкуємося на російській мові. Потім, я думаю, ви пробачите мені і дозволите мені, все-таки в мене презентація, доклад буде на російській мові. Я думаю, нерозуміння в нас не буде. Одной из главных проблем и задач медицины 21 века является создание приборов или создание систем ранней диагностики или оценки ответной реакции организма на какое-либо воздействие, будь это медикаментозное, физиотерапевтическое, психотерапевтическое или какое-либо другое. Это же относится и к различным практикам, которые мы используем в обиходе для оздоровления. Это важно почему? Потому и эффективность лечения зависит, естественно, от определения исходного состояния организма, его энергетического ресурса, его потенциала, от клинических данных, ну, естественно, от конституциональных особенностей. В сакральной медицине это делалось... Таким образом, проводилась пульсовая диагностика специалистами и определялось общее состояние и состояние по отдельным функциональным системам. Этому придавалось огромнейшее значение. И здесь, насколько было индивидуализировано и персонализировано лечение, вот здесь не было подхода протокольного, как у нас в медицине. Лечился не диагноз, а лечился непосредственно проблема, лечился данный вот человек. Вот. Но проблема в том, что освоению пульсовой диагностики для этого требуются годы. Мало того, что это искусство передавалось из поколения в поколение, она была доступна только узкому кругу посвященных. И, как я сказал, этому нужно даже, чтобы стать хорошим мастером пульсовой диагностики, для этого требуются годы. Это пульсовая диагностика использовалась в Аюрведе, используется в традиционной китайской медицине, на Тибете и так далее. Вот. Но сегодня я хочу вам показать прибор, который решил эти вопросы, и он стал доступным для широкого круга специалистов, и искусство пульсовой диагностики стало доступно широкому кругу. Прибор представляет собой очень простую конструкцию. Мы регистрируем пульсовую волну в течение 5-7 минут, и в дальнейшем здесь уже работает компьютерная технология. Академический модуль обрабатывает все данные пульсовой волны и выдает, соответственно, уже готовое заключение. Первое заключение, которое мы используем, это первостепенное значение, мы продаем общей энергетике. Здесь мы видим total power, это общая энергетика, от этого отталкивается и, соответственно, алгоритм назначения. Если мы видим, что у пациента очень низкий уровень энергетики, то абсолютно нецелесообразно назначать какие-либо воздействия. Здесь нужно поднять уровень, потому что, как раньше говорили, лечиться нужно здоровье для того, чтобы лечиться. Поэтому организм мы можем только нанести вред, потому что адаптационные механизмы, насколько посажены, энергетический уровень насколько низкий, что саморегулирующие системы практически не включаются в систему выздоровления. Дальше целый ряд индексов, по которым мы можем определить степень стресса, степень напряжения функциональных систем и цена адаптации, в которой мы находимся. То есть это в реальном состоянии времени мы можем быстро за 5 минут определить очень многие показатели, которые, то, что мы говорим, и психосоматическое, это за связи и так далее. Дальше существует целый ряд модулей, которые могут использоваться специалистами разными направлениями. Здесь же есть модуль для специалистов, которые владеющие традиционной китайской медициной. Здесь экспресс
вам выдает картину взаимоотношений между основными функциональными системами по принципу избытка или недостатка, вот, то есть перенапряжения по различным функциональным системам в виде диаграммки. Это аюрведическая схема. Вот. Увлекаешься аюрведой, и есть программа Нидана, то есть определяет конституцию и, соответственно, определяет вашу конституцию вот, с аюрведического подхода по определению доши и субдоши, так называемые. Ну а дальше пошли уже описания вашего состояния, уже идут заключения. Вот. Биоэнергетика – это тоже модель вашего энергетического состояния в виде ауры или в виде вот, биополя, так называемого. Заключительная таблица, здесь все это суммируются, все показатели, и вы можете, это очень удобно для мониторирования, вы можете переводить каждый день, это безвредная методика, и можете проводить мониторинг и наблюдение в течение там, какого-то периода лечения, курса или даже вот по, до назначения, после назначения процедуры. Интересная методика – это преобразование вашего пульсовой волны, вашего ритма сердца в музыкальный ритм. То есть вы можете поставить свой ритм сердца и в исполнении на каком-либо инструменте, на выбор. Вот. После оценки состояния существует такой блок реабилитационный, и где вам уже даются, соответственно, персонализированные, учитывая ваши исходные данные, по пульсу вам даются рекомендации, образ жизни, диета, вот, с точки зрения рефлекса, ну я буду листать и показывать, образ жизни, рекомендации, как в течение дня расписано, дальше, а дальше. Вот табличка диета дальнейшая. Что у нас, когда в клинике всегда пишут режим и диета. Это листочек назначения был. Значит, диета здесь по принципу светофора определяет четко те продукты, которые вам сейчас не рекомендованы. Это правая таблица. Вот. Дальше оптимальные возможные продукты и продукты идеально для вас сейчас на данный момент. Вот. Вкладочка рефлексотерапия. Вот, для рефлексотерапевта уже готовый рецепт, вам на 5 дней вам расписан рецепт, на какие точки и вот, количество вот, воздействий. Герудотерапия. Для начинающего герудотерапевта это вообще находка. Значит, мы определяем исходные данные пациента, его конституцию, и вам уже предлагается таблица локализация точек постановки пиявок при определенном вот, или нозологии, или вот, при определенном заболевании, или определенном состоянии. Физиотерапевтические приборы мы также можем использовать, увеличивая ее эффективность, используя точки акупунктуры. Это КВЧ или лазер. Также здесь готовы рецепты для точек постановки. Фитоэнциклопедия – это мощный тоже здесь модуль. Включены различные подходы. Здесь аюрведические, китайские традиционные и наш фитотерапевтический справочник – европейский, где мы можем также использовать его для индивидуального вот, назначения трав и сочетаний, которые непосредственно вот, ну, показаны в данном состоянии. БАДы. Интересный, это как называется функциональное питание. Здесь имеется группа из 15, наверное, компаний, представляющих различные биологически активные добавки. Вы можете включать любую New Ace или там Argoli, какую-то любую фирму, вам выдает опять же рекомендации по использованию этих препаратов, а которые препараты вам не рекомендуются на данный момент. Арома. Точно так это все происходит и с ароматическими маслами. Йога. Увлекаешься йогой, рекомендуется вот тоже упражнения, которые вот оптимальны на данный день. Ну, это массаж стопы. Медитация. Вот один из упражнений
для подъема энергетики, это вы в процессе медитации путем постановки дыхания, вы в виде визуализации картинки, вы можете вот восстанавливать свой энергетический статус. Так, второй прибор не менее интересный для контроля и для оценки состояния. Это вот аурограф, или его называют ГРВ-камера, которая исследует вот свечение нашего вот тела. Это достижение белорусские ученые Наркевич Йотко и Никола Тесла. Это все пошло с тех времен. При встрече в 1996 году в Париже вот один начал работать с медициной, другой начал работать с электричеством. Уже в то время, в 1896 году, уже делали снимки свечения ладони, и доктор Адамкевич уже ставил диагнозы, пытался ставить, создал первую лечебницу, и это еще до Керлиан за 50 лет, ему было присвоено название профессора электрографии в Париже. Простой прибор для использования, регистрируется свечение пальца и, соответственно, формируется модель. Благодаря этому прибору был открыт один из первых эффектов. Очень много уже ученых открытий, очень много в плане исследований гирудотерапии. Ну, наверное, ни один из методов так не исследован и не является таким многопрофильным, как гирудотерапия. Один из эффектов, который был открыт, если мы регистрируем пальцы, каждый палец разбит на сектора и имеется соответствие каждого участка пальца с какой-то функциональной системой. Вот. Дальше формируется модель поля. Соответственно, здесь есть и другие диаграммки. И... У меня не получается. Я быстренько пролистаю и остановлюсь на самом интересном. Вот. Это различные вот виды полей, которые вот, как пример я вам привожу. Все зависит от исходного состояния. Очень важно, что вот, поле оно отражает вот, исходное состояние человека. Оно как раз отражает и психический, и физический, и энергетический план. То есть все три уровня мы здесь фиксируем. То есть они не работают по отдельности. Это мы видим результирующее. Вот. То есть мы видим статус человека как бы психофизиологический, статус и функциональную активность в виде вот такого поля. Так, мониторинг. Вот интересный, да, пример. На примере использования этих двух аппаратов, например, мальчика с энурезом. 10 лет мальчику обратился к нам с энурезом, ночное недержание мочи. Значит, после сделали мы ему снимочек, значит, на заключение гиперсимпататония, то есть это вегетативная дисфункция, вегетоз еще называют его, то есть по мочеполовому типу. Вот. После первой же процедуры были определены определенные точки, методика была определена, гирудотерапия и с сочетанием корпоральной и аурикулярной акупунктуры. После первой процедуры, посмотрите, восстановилось как поле. То есть абсолютно пришло в норму активности правого левого полушария, соответствие симпатического и парасимпатического отдела нервной системы. После первой процедуры и в последующем мальчик перестал мочиться. Вот мы наблюдали его потом месяц, два, три. Но это, как говорится, снайперское попадание. Мы попали в десятку. И это благодаря, вот я начинал говорить о том, что в 1896 году профессором Крашенником было сделано первое открытие гирудотерапии. Это энергоинформационное действие гирудотерапии. И вот мы проводили очень много исследований. Ну, благодаря этому прибору мы исследовали все виды воздействия на человека, начиная там алкоголя, димедрола, и физические факторы, и голода, и так далее, и так далее. Ну, наверное, гирудотерапия оказалась одно из ведущих мест, которое, если не первое, то по восстановлению и на кафедре рефлексотерапии проводили эксперименты в академии после дипломного образования, брали вот, курсантам где-то вот, 10 человек. Практически у всех восстанавливается структура вот, свечения. То есть восстанавливается первое, что восстанавливается баланс вегетативных вот, этих дисфункций, симпатический, парасимпатический,
восстанавливается активность правого-левого полушария. И один из главных признаков, таких субъективных, может быть, вот когда вегетативная дисфункция, вы знаете, она потеет ладошки. Вот. И иногда приходится протирать стекло, потому что идет за счет импульса, идет, формируется такой вот выброс пота, газа, и формируется такое облако. После процедуры пальцы всех сухие. Вот. То есть симпатический отдел, это он регулирует потоотделение, значит, он приходит в норму, и пальчики становятся сухими. Это один из таких очень интересных показателей, которые мы обнаружили. То есть как регулирующий метод и восстановление вегетативной дисфункции – мощнейшая, мощнейшая методика. Ну, собственно, кратенько так. Поэтому это существует очень много уже сейчас на рынке приборов, которые предлагают для контроля, для оценки. Ну, каждый выбирает себе под свою деятельность тот прибор, который ему удобен, который доступен финансово. Ну, вот эти два прибора, которые я вам продемонстрировал, они уже заняли свое, такое уникальные приборы, которые заняли свое место. Вот в медицине приборы зарегистрированы, мы проводили клинические испытания, поэтому приборы имеют сертификаты и медицинские в Беларуси и в России. То есть это, кажется, из разряда парапсихологии, это уже методики перешли в разряд уже изучения физиков, медиков, вот, и практических врачей. Спасибо за внимание.